My life be like. Yeah. My life be like. Всем здорово, пацаны, с вами Айлен, и продолжаем играть на сервере Смотрента, как всегда. И как вы поняли по названию ролика, по превьюшке, по моим обещаниям, сегодня у нас конкурс на 1к подписчикам. Давайте не буду долго томить, и мы начинаем. Короче, пацаны, сразу идем к призам. 9-10 место получает по 100 тысяч. 7-8 место получает по 250 тысяч. 6 место забирает эту красивую BMW 34 на перламутре фиолетовом. Фулл тюнинги на дисках, на тонировке, на ксеноне. Короче, все как чики-пуки. Еще номер ИКХ 077. Вообще найс. 5 место у нас получает пятерку. Фулл тюнинги, ну вы поняли, короче, не буду опять это разговаривать вообще. На 3-9, вот это самое главное прям. Кто захочет, может поставить на нее дорогой винил и себе оставить. Но прям самое то, что там 3-9, вот. 4 место у нас получает 500 тысяч. 3 место у нас получает Toyota Chaser, или же Чайник, кто как говорит, вот. На фулл тюнинге, на дисках, ну вы поняли, вот. На 2 место получает 1 миллион рублей. А первое место получает Toyota Camry 70-й, на этот новый кузов, рестайлинг, т.д. и т.п. Похожий на 40-й, но нормальный, короче. Там стоит только ксенон и тонировка, так как внешнего тюнинга нет, диски не хотел колхозить, вот, и поставил чиповку от кабана, вот. А что принять? Участие в данном конкурсе вам первое надо, это подписаться на мой канал. Второе, поставить лайкос данному видосу. Третье, оставить комментарий с вашим ID ВК. Может кто-то не поймет это в случае победы, чтобы я смог вам отписать. Если вы оставите комментарий, там, например, Эван, привет, удачи в конкурсе, да? Если вы выиграете, как я вам смогу отписать? Тупо никак. Так что оставляйте ссылку на ваш ВК. Четвертое, добавить меня в ВК, обязательно это будет проверяться. Ну, там можете мне поставить лайкос там на АВУ, да и т.п. Да, мне там твое лицо показал, я как бы не стесняюсь, да и т.п. Возможно, еще скоро будут видосы с камерой, вот. И пятое, это быть на стриме. Но это такое. Может быть, может нет. Главное, чтобы я смог вам отдать приз. Чтобы вы смогли зайти и получить приз, вот. А хотел сказать, когда вы добавите меня в друзья, я вас добавлю в свою беседу подписчиков. Вот, у меня есть беседа, там уже 90 с чем-то человек, там после каждого конкурса я добавляю, и они выходят, но половина остаются, мы общаемся. Короче, мы скидываем там тачки с БУ, общаемся, мемчики, всякая дичь, прикольчик, я про серии говорю, возможно, когда будет конкурс, т.д. и т.п., спойлера, слитие, там, т.д. и т.п., вот. Так что добавляйтесь, это вообще очень полезно, и по правилам конкурса надо. Наверное, все ждались, а итоги конкурса будут на 1000, ну это уже, ну вы понимаете, на 1000, 100, ну как всегда, 11 подписчиков, хочу 4 единицы на канале, понимаете, как только набирается 4 единицы, я сразу делаю стримчанский, на котором мы разыгрываем данные тачки, данные денежки, а за это время будет пока контентчик, я надеюсь, это максимум пройдет неделя. Не, на деле это мало, мне кажется, 1,5-2, 2,5 прям максимум. И мы разыграем данные тачки, а тем временем подкоплю денежек, возможно, мне кто-то подкинет. Вот. А также хотел поблагодарить спонсоров, так сказать. Это игрок I Love Evan, у него так и называется ник. И скинул мне 2 лимона, я вообще в шоке. А также чайник мне подогнал еще игрок Флексик. Вы уже, наверное, прошарены, кто мой канал смотрит. Подписчик мой, который мне помогает, он мне еще его, как бы не сказать, что подарил. Он хотел его разыграть с помощью YouTube панели между игроков сервера. Но я его, короче, впросил и чайник себе забрал. Я сначала на нем катался, сейчас я на нем вообще не катаюсь. Думаю, зачем он будет стоять, если его можно разыграть. Думаю, Флексик будет не против. Если он еще выиграет его, я буду вообще в шоке.
А так уже у меня что-то ролик с конкурсом затянулся, а то у меня всегда с конкурсом ролики маленькие, ну ладно. Но вы поняли, что делать уже, если никто не понял, я там продублирую правила в описании. На этом все, ставьте лайкос, подписывайтесь на канал, всем удачи в конкурсе, пацаны. Всем удачи. Да, всем удачи в конкурсе, всем удачи. Чё по маслу масляным? Ну ладно. Всем удачи, пацаны, и всем пока.